Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребята, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Молодежь 227, спасибо большое. Поехали, друзья! Шикарно. Слушай, это как какая-то группа? Как называется? Скажи, Slaughter to Prevail. Прелесть, да? Тебе это что-то о чем-то сказал? А как же? Могущий человек. Могущий. Могущий или могучий? Могущественный, да? Могучий человек. Ему даже микрофон не нужен. Так, он его классный, на стороне он держит. Читает вообще. Голос такой классный. Ты знаешь, это такие вещи редко видишь, да? Я такого мало видела. Шикарно, да? И клип, и трек такой красивый, и клип интересный, да? И голос такой шикарнейший, да, ребят? И такая музыка воинственная, да, ребятки? Понимаешь, что я язык меча, что ж? Почему же мне нравится, ребята? Вот почему же мне нравится? Я задаю себе вопрос, ребят. Почему? Вот как? Почему мне это нравится? Значит, это не дослушал, получается, в молодости, да? Значит, у вас такой был стиль молодости? Не было такого. Ну, он, может, был. Там вот были вот иностранные этом, группы. Да? Вот я же помню, да. Вот было что-то, да? Но нам же это не показывали. Мы это не видели. Мы это видели очень редко в каких-нибудь передачах ночных. А ночные передачи тоже больно родители не давали смотреть. Потому что вечером они на работу с утра нужно. Или вечером какой-то фильм идет. И нам в школу надо. 17 мгновений весны, например, да? Да, и хороший фильм тоже, между прочим. Но мне это очень нравится, ребятки. Это мне близко по духу. Не знаю, почему, ребят. Ну, то, хочется... как ты рычишь, да? Да. Видно, что тебе мне по духу хочется, близко. Да. Мне хочется рычать. Вы знаете, какая-то энергия. Как будто вот такая, знаешь, сила появляется. Что-то такое, знаете, воинственное, ребятки. Молодцы. Классно. Понимаешь только язык меча, что же? Гляньте на людей! Вроде такой суровый, но что-то лицо у него доброе. Ребятки, скажи, мне нравится. Скажи, лицо да. Какое доброе, он такой, а? Он такой милашечка, да? Хотя реально, образ он... такой, да. Да, но у него такое тело красивое, такое накачанное. Он занимается. Даже вот у него рисунки есть, татуаж. Не татуаж, а как? Татуировки. Татуировки, ребята.
Я опять надеюсь, что это не настоящее. А? А может, настоящее? Знаете? Интересно, голос это у него прям натуральный, да? Ничего не сделал. О, шикарно, блин, так мне вроде нравится. Как это направление гроулинг называется, но это у него натуральный голос или что-то там такое? Не знаю. Думаешь, даже, сам, да, все поймёшь? Даже не могу сказать. Ну, во-первых, микрофон что-то я не вижу. Микрофон. Тогда посмотрим. А, это его голос. Это микрофон. Ну вот у нас такой же случай. Я даже не могу сказать, вот это его голос или что-то добавлено, а? Вот как ты думаешь? Я не знаю, что сказать. Ну, наверное, вот он этот голос делает, да. Это, наверное, так, и вот у него, представь, какие там эти, да, вот, связки, да. И, наверное, микрофон такую громкость дает. Не знаю, ребят. Но шикарно, ребятки, шикарно. Сильный такой парень, да, крепкий. Красавчик, ребята, голос какой, музыка. Группа какая классная, как они классно играют, да. Такой, знаете... И все ребята в масках такие, да. Кто без маски, а как их публика любит, да, ребятки, прям визжат от восторга. Они прям расписываются на руках, на ногах, на спине, везде, ребят. Вы знаете, друзья, я вам скажу, мне очень понравилось. Мне вот, помните, он нам никого напоминает. Ну, вот он гроулинг поет. Вот Дубащит ведь тоже гроулинг поет. Таких мало исполнителей, да? Просто говорю. Ну, шикарно исполняет, шикарно. Я думаю, что это его голос. Мне так кажется, я хочу думать, что это его голос натуральный. Очень понравилось. Спасибо большое заказчику. С удовольствием послушала и хочу его слушать, конечно. Пока, друзья.